На международном фестивале национальных театров в Дагестане были показаны 15 спектаклей. Один из них – мордовский спектакль «Куйгарыш». Его знают не только в Мордовии, но и за ее пределами. И именно он удостоился почетных наград в трех номинациях – за лучший музыкально-пластический спектакль, за лучшую сценографию и за лучшие костюмы. Мордовский колорит покорил всех зрителей фестиваля. Я видел тот спектакль, который вдруг так вот он дошел до сердец зрителей. Естественно, они не понимали, как это было сделано, в смысле того, что мордовский миф, сказка, и вдруг становится такой актуальной для большого круга зрителей. Это было как бы открытие. Яркие костюмы, красивые сценические декорации, национальная поющая речь и, самое главное, игра актеров. Все запало в душу. Часовые репетиции, работы и днем, и ночью принесли свои плоды. Но самое главное то, как театральная труппа выложилась на сцене в гостях. Каждый из них не просто сыграл свою роль, а на два часа спектакля стал этим героем, забыв обо всем. Каждый отдельно внес свою лепту в создание этого произведения, спектакля. Это вложили душу. Как Дима играл, я просто восхищена. Два часа, как весь промок, мокрая рубашка, вся мокрая спина. А он постоянно на сцене. Как Лена Гудожник выиграла эту ведьму, прекрасно. Все привезенные награды – заслуга каждого, кто приложил к этому свой талант и часть души. Всех, кто был на сцене и находился за ней. Помогал, учил, поддерживал и переживал. От самого первого сценического движения и до финального поклона. Валерия Новикова, Владимир Надькин, «Народные новости».